Жертва разбойного нападения. Таким предстал перед полицейскими вот этот мужчина. Правоохранителям он рассказал, его якобы заставили снять деньги в банкомате. В инсценировке злоумышленник попросил принять участие прохожего. Мне не заставляли ничего, я сам снял деньги, вот. Потом снял 80 тысяч из другой карты для того, чтобы подозрение не упало, что я именно по страховке хочу. Снял еще с другой карты 5 тысяч. Mm-hmm. Человеку постороннему я заплатил 15 тысяч рублей, остальные 70 тысяч забрал, то есть вместе с кошельком. Дальше я вызвал полицию, дальше заблокировал все карты. В банке мужчине подтвердили, он может рассчитывать на выплату страховки. А вот в полиции в рассказ не поверили. Вот объяснили мне, что может быть, какие могут быть последствия за обман. Просили подумать, все взвесить. Вот. Я один день думал, каюсь, что я совершил это все. Вот. Не знаю почему, потому что у меня вроде и деньги есть, и все. Захотел как-то халявных каких-то денег. 1 июня данный гражданин обратился с заявлением, объяснением о том, что он дал ложные показания по факту разбойного нападения с угрозой применения пистолета в отношении него. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту ложных показаний по статье 306 Уголовного кодекса. Злоумышленник говорит, на его решение сознаться в содеянном подействовала ночь за чтением Уголовного кодекса, подаренного в отделе полиции. Знает он теперь и о максимальном наказании, которое грозит ему за ложный донос. 2 года лишения свободы. Эллада Абжалимова, Денис Гребенщиков. Вести, дежурная часть, Саратов.